День учителя – международный праздник. В России, как и в большинстве стран, он отмечается 5 октября. Всемирным этот профессиональный праздник стал лишь в 1994 году по решению ЮНЕСКО. До этого в Советском Союзе педагогов поздравляли в первое воскресенье октября. 5 октября для празднования Дня учителя выбрали не случайно. В этот день в Париже приняли первый документ, который определял условия труда преподавателей. Праздник начали отмечать в СССР задолго до указа ЮНЕСКО. Действительно, традиция поздравлять учителей в советских школах появилась еще в 1965 году, но дата праздника была плавающей. А в 1994 году президент России Борис Ельцин перенес День учителя на 5 октября. Согласно плану ЮНЕСКО, этот праздник призван привлекать общественное внимание во всем мире к значимости роли учителей и их вкладу в обучение детей. Более 100 стран отозвались на предложение и начали отмечать День учителя. 5 октября не случайно была выбрана. Дело в том, что 5 октября как раз и был принят документ о статусе учителя ЮНЕСКО. И была 5 октября проведена соответствующая конференция международная, посвященная этому документу. И поэтому 5 октября не случайно, что именно вот этот день учителя. Свой профессиональный праздник учителя обычно проводят на работе. Ученики в этот день поздравляют своих наставников, говорят им теплые слова благодарности и делают подарки. Во многих школах закрепились свои традиции, связанные с Днем Учителя. Часто проводятся торжественные мероприятия и праздничные концерты, подготовленные самими учениками. А в некоторых учебных заведениях устраивают дни самоуправления, где старшеклассники могут попробовать себя в роли преподавателя и провести уроки для малышей. В День Учителя также принято награждать педагогов, которые достигли выдающихся успехов в своей работе. Именно в этот день подводятся итоги Всероссийского конкурса «Учитель года». Он проводится с 1992 года Министерством просвещения Российской Федерации, Общероссийским профсоюзом образования и Учительской газетой. Кроме того, каждый учитель в этот день имеет прекрасную возможность почувствовать себя особенно важным и значимым в жизни каждого школьника. В 1994 году уже было принято тем же ЮНЕСКО, то есть международной организацией, вот, которая курирует вопросы образования, воспитания и прочие, там, науки, культуры. Вот, эта организация она приняла решение в честь принятия вот этого документа о статусе учителя ввести и Всемирный день учителя. И вот с 1994 года был введен Всемирный день учителя как 5 октября каждого года. Стоит также отметить, что 2023 год в России был объявлен годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Это сделано в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность. Кроме того, именно 2023 год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Праздник 5 октября посвящается всем работникам образовательной сферы, но в первую очередь школьным учителям. Этот день призван напомнить о необходимости поддерживать педагогов по всему миру, ведь их труд очень ценен и непрост. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.